Ну итак, ребят, всем привет, и мы продолжаем проходить GTA 4. Итак, сообщение от Романа, не пропадай, брат, что-то тебя давно не видно, Роман. Да не-не. Итак, у нас будет еще одна миссия, связанная с убийством. Такое всех арестовываю. Новый Джейкоб. Угу. Понял. Блин, меня разочаровывает, что сюжет не двигается дальше. Не, ладно, там это. Мы выполняем там миссии, связанные с убийством, но блин. Блин, меня разочаровывает то, что никаких сюжетных миссий не появляется. Only in this country do they let blind people drive. Turn right. You have arrived. Migration control. I'd like some work, brother. I have a client with a problem. Проблема. You'll get your normal rate to assist them with it. Go to Alderney City. Alderney City. The target you require is on top of the booth tunnel. Либо, вот знаете, у меня такое чувство, что миссия должна появиться спустя несколько времени, спустя некоторое время, то есть через несколько дней по игровому времени, и мне дали РПГ. И зачем? Что, мне с РПГ его валить, что ли? Ладно. Ну а пока мы, в принципе, будем выполнять вот эти вот миссии, пока не будет чужежитных заданий. Конечно, я слышал об опережении помогут идти. Можно его ускорить, короче. То есть ускорить события. Но пути пока останутся так, как есть. Тем более еще миссии. Даже на событии. Даже на событии. Так. Куда ехать-то? Вот что самое интересное. Why can't people drive in this country? Это убийство происходит в этом районе города. Не в этом районе города, господи, а в этой части, где я нахожусь. Где это находится сейчас? Подожди. Блин, история. Найдите цель. Над въездом. Над. Так, я слышу вертолет. Ага, вот, все, увидел. Так.
Сдохни, сдохни. Есть. Все. Быстро пройдем. И звонок сбросил, сбросился. Блин. Ладно, ребят, все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Крил. Всем удачи. И до следующей миссии.